Так, здравствуйте, дорогие товарищи. Мы с вами довольно уже значительное время занимаемся. Довольно до такой степени, что можно сказать, что начало уже есть. И поэтому, раз есть начало, то надо подумать о чем. Что такое начало? Неразвитый результат. А результат что такое? Это развернутое начало. Это соотносительный план. Что такое верх? Это не низ, а низ это не верх. А как вы еще можете это дело определить? Так, то есть мы уже находимся с вами в начале. Уже начало мы ощутили, потому что у нас есть движение. Развертывание, правда? Вот, это движение есть, уже примерно вы начали понимать и даже стали меня допрашивать, а что, собственно говоря, вам надо будет и как сдавать. Вот. А что нужно будет сдавать? Значит, поскольку у нас название курса какое? Анализ классических текстов. Да? Маркс, немецкая, и Энгельс, немецкая идеология. Энгельса, конечно, я не могу пробить никак через нашу систему. Ему не повезло. Никто его... А? Ну, вы не видели в расписании, что написано? Маркс, немецкая идеология. Такой работы нет. Мало того, что в расписании. В прошлом году то же самое. Я всегда объясняю, что вот надо... Маркс, нет такой работы. Есть работа Маркс и Энгельс, все так кивают. Ну, те службы, которые у нас пишут все эти бумаги. Потом каждый раз, в этот раз я специально договорился с диспетчером, что вот так вот у нас вот уже целый год в прошлом году не так писали. А он говорит, я все поняла, все вставлю. Повесили опять Маркс, немецкая идеология. Это уже бюрократическая культура. Мало того, значит, мы теперь на конкурс проходим ежегодно. И вот я тоже прохожу на конкурс, и там значит, после этого заключается дополнительное соглашение. В дополнительном соглашении, где перечисляется, что я должен делать, что преподавать, написано, я должен преподавать курс Маркс, немецкая идеология. Ну и меня поставили перед дилеммой, подписывать такое соглашение или нет. Может, не подписывать, тогда не будете работать. Так что я под угрозой, так сказать, того, что я не буду работать, вынужден был подписать соглашение, потому что написано «Маркс, немецкая идеология». То есть меня со всех сторон окружили. Но вас пока еще не окружили, вы-то знаете. И в той программе, которую я делал, которая вам раздана, и которая есть на кафедре, там написано все правильно, «Маркс, Энгельс, немецкая идеология». И уже культура состоит, наверное, еще и в том, чтобы, по крайней мере, знать, как называется произведение, правильно? Потому что если культура такова, что мы даже не знаем, как называется произведение, то это значит, что это печальное такое событие. Анатолий, у меня лекция через полтора часа, только смогу перезвонить. Ну вот. Так что... Задача наша состоит в том, чтобы провести анализ этого произведения. Значит, ну, те занятия, которые у нас были, они показывают, что мы внимательно читаем, что там написано, внимательно читаем. Пытаемся все понятия, какие там есть, разбирать. То есть не оставлять таких... Запишите, пожалуйста, себя. Не оставлять таких... А? Есть. Ну что? И не оставлять таких понятий, которые мы прочитали, но не знаем, что это такое. Правильно? То есть такого не может быть, что вот мы читаем вот эту работу, и мы не знаем, что это такое, что за слово, что это означает. Так? Это первое, что вы, наверное, заметили. Никаких слов, которые мы не знаем, мы оставлять не должны. Условия для вас в этом смысле благоприятные, а именно, либо вы сами это найдете и разберетесь, что это за название. Если не разберетесь, вы у меня спрашиваете, и я вам отвечаю. Я пока вам отвечаю на такие вопросы. Поэтому никакой проблемы выяснить нет. Проблема только в одном, что если я буду делать вид, что я преподаю, а вы будете делать вид, что вам все понятно, а некоторые все равно понятия вам непонятны, то это, так сказать, нас не продвигает.
Я предполагаю, что вы все это понимаете, разбираете. Почему? Потому что если вы что-то не понимаете и не разбираете, то вы у меня консультируетесь, и мы для этого используем наши занятия. У нас занятия, они как идут как практически, правда? Раз как практически, значит, мы имеем возможность тут вести любую дискуссию. Это не лекции, которые я читаю, а эту форму будем преобразовывать, менять для того, чтобы эту задачу решить. Ну вот, поскольку начало есть не радует результат, а результат такой, что вы будете мне сдавать, я уже рассказывал, как вы будете сдавать, вы возьмете лист бумаги и на нем расскажете вот какой-то маленький кусочек или разделчик и проанализируете его. Ну, какой вы возьмете? Во-первых, вы возьмете такой, который что-то, так сказать, там есть что анализировать, потому что текст неоднородный, как вы заметили. А вы выбрали, вы нам скажете? Я вам скажу, сами выбрать. Да, вы сами выбираете кусочек, чтобы показать, что вы умеете анализировать тексты. Получается, это устно будет? А? Это письменно или устно будет? Что нужно это быть? Письменно или устно? Конечно, письменно. А какая культура выше, письменная или устная? Письменная. А? Товарищи культурологи. Письменная позже появилась, устной? Позже. Ну вот. Так что еще надо было дойти до этой. До письменной культуры. А? Ну, из факт истории-то на чем говорит? Для того, чтобы дойти, у нас устная культура была с самого начала. Люди стали людьми, когда начали говорить. Поэтому у нас устная культура имелась с самых первых шагов. А письменная культура появилась значительно позже. В каком веке? Так что, привет, Фихте. Но это не значит, что устная культура закончила свое развитие, правда? Потому что, скажем, тот же Цицерон советовал, как готовить свое выступление. Надо написать. Если вы напишете то, что вы собираетесь говорить, это вам гарантирует, что вот когда будете стоять за трибуной, то у вас не будет таких провалов, когда, знаете, человек вот говорил, потом вот застыл, и он не знает, что дальше говорить. А почему он не знает? Потому что он, так сказать, по этой дороге не прошел ни разу. Поэтому вот если вы текст написали, но он никогда не советовал почитать. Потому что если вы читаете, то вы уже тут, какая тут может быть культура? Вы тут читатель. Раз вы читатель, то вы оторвались, и вы, во-первых, вы не смотрите на тех, кто вас слушает. Вы не реагируете на то, как они вас слушают и что они воспринимают. Потому что в том, что вы говорите, есть вещи понятные и непонятные. Если кто-то возражает, и вы видите, что возражает, хотя бы смотрит на вас так вот подозрительно или дико, значит, нужно на этом остановиться и попытаться как-то это разъяснить, чтобы убедить тех, кто слушает. А если это и так всем ясно, не надо им толдычить, повторять бесконечно то, что и так всем уже ясно. То есть человек должен смотреть, который выступает, на что? Ну, на публику, на аудиторию должен смотреть, на людей. Причем на глаза надо смотреть, не на носы и не на затылки. А если вы не смотрите на них, какая же это культура? Теперь, значит, вот я наблюдал на ближайших конференциях, сейчас это извращение этой культуры есть такое, значит, вот человек подготовил текст с какими-то картинками, он встал вот к этой самой к трибуне, и вот он, значит, здесь у него компьютер, и вот он, значит, на компьютере тут щелкает боком, так сказать, к людям, он никого не видит, они видят, как он стоит сбоку. И обычно это сводится к тому, что на экране показан текст. А те, кто слушает, они просто смотрят на эти большие буквы, и так это как крестьяне, или вообще как первобытные люди, которые впервые научились читать, поэтому не будут смотреть. Поэтому довольно смешно. То есть в этом это никакое не развитие, это означает, что человек не понимает, зачем ему дана эта техника. Ну, я понимаю, что если речь идет о том, чтобы показать что-нибудь, такую, не буквы показать, буквы-то зачем показывать? Если нужно показать то, что нельзя изложить, или если, так сказать, изложение будет не так эффективно в данном случае, чем какой-то показ. Но текст показывать никак не лучше, чем живое слово. Тем более, что человек, который выступает, он должен соответственно и говорить. Если он выступает перед большой аудиторией, он соответствующий громко издает. А если он перед маленькой, то что кричать на вас будет? Я буду. Не буду же, не должен же на вас кричать. Правильно? То есть человек-то должен этим владеть. А чтобы этим владеть, так надо иметь соответствующую культуру.
Я был одно время деканом факультета профессиональной переподготовки в Академии гуманитарного образования на полставке. Приходят психологи. У меня там было три отделения: психологи, экономисты и юристы. И вот они говорят: вот, нам нужны микрофоны. Я говорю: зачем вам микрофоны? Это на Казанской 7, там старинное здание, в котором прекрасные залы, почти как вот филармония, только в этой филармонии там больше зала, тут поменьше. И там прекрасная акустика. А они, значит, эти психологи сядут и шепчутся между собой. Так им надо еще шептаться с микрофоном. А если вы между собой и человеком поставите микрофон, то у вас уже вот это вот такого общения, которое требуется психологам, уже никак не получится. Так вот, значит, почему вы выбираете? Ну, во-первых, задача какая состоит? Кто вообще учится, вы или я? Ну, вы учитесь. Так вы выбираете, покажите мне, что вы научились. А кто должен показывать, что научился? Или я ловить вас должен? Нет. Вроде как этот. Вот почему я должен вас ловить? Вы что? Это как у нас турникеты сделано, так сказать. Каждый, так сказать, вот пока не опустишь, не пройдешь. А раньше было, ты проходишь. Остается вот элемент, а если ты не бросил, то сразу он закрывает тебе вход. Ну, то есть предполагается, что все платят, а те, кто не платит, перед ними закрывается. А сейчас предполагается, что все не платят. Что вот, возможно, и вы жулик, и вы жулик, и вы, и я, и все мы жулики. На всякий случай перед нами закрывают, но если вот эта рогатка стоит, если мы бросим, то или отметим, или опустим, или нажмем, то тогда, значит, закрутилось, и мы пошли. Это же вопрос безопасности. А? Какой безопасности? Потому что не всегда срабатывает микро, когда она закрывается перед тобой. Ну не срабатывает, и что? Перед тобой закрывается, а не тебя. Да, что там, вы думаете, она била, что ли? Вы просто не помните или не знаете? Ну, нет, мне однажды ударило, было больно. Да вы что? Я была маленькая, мне было страшно после этого. Так что лучше с такой турникет. Ну, это на московском метро, не знаю. Не знаю, таких случаев в Ленинграде не знаю, чтобы ударило. Там так не было. Нет, у нас вот, скажем, ну, понятно, что если вы проходите, так вы не бегом же бежите. Вот если вы бегом бежите, может быть, вас это стукнет. Но если вы нормально идете, то вы проходите. Фотоэлемент тогда срабатывает только, если вы его прошли. Это расстояние там делается такое, чтобы человека не ударил. Не знаю таких случаев. Короче говоря, вот и здесь от вас требуется что? От вас требуется то, чтобы вы показали, что вы можете это делать. Значит, вы должны это приготовить, такую работу. Чтобы ее приготовить, ну, почему вы должны анализировать то, что вам не нравится? Я не очень понимаю. Надо что-то анализировать, что полезно, нужно и вам интересно. Правильно? Ну, так вы выберете то, что полезно. Вот мне интересно вот это. Вот, а так сказать, я должен вам навязать, что ли, то, что мне интересно. А вам интересно вот какие-то там мысли в этом произведении большое. Оно достаточно большое, чтобы из него можно было взять какое-то. Момент, пункт, раздел, и его проанализировать. И показать, что вы это можете делать. Что значит проанализировать? Во-первых, вы должны, ну, сказать, обрисовать, чему этот раздел посвящен, и какова, так сказать, основная там мысль, да? Наверное. Потому что нельзя в отрыве от основной мысли, от основного контекста анализировать конкретный какой-то вот кусочек или какие-то замечания. Во-вторых, вы должны... Видимо, то, что вам показалось ценным, выделитесь, какая в чем ценность этого? Ну, кто такие культурологи? Культурологи это изучают культуру. Культура – это накопленный опыт человечества. Что входит в накопленный опыт? Вы это отмечаете. Если вы считаете, что это, так сказать, в опыт не находит, это проходное что-то такое. Ну, написали и написали. У каждого ученого есть то, что является великим, а есть то, что, в общем-то, представляет собой вещь не ахти какую важную. Или, по крайней мере, с вашей точки зрения, насколько вы представляете, понимаете сейчас. И, наконец, вот вы с чем-то там не согласны, вам показалось это неверным или сомнительным. И потому-то не просто что, а мне кажется это сомнительным. Это, так сказать, неубедительно, потому что а почему сомнительным? Почему вы считаете это неправильно? Или необоснованно, или недоказанно, или голословно и так далее. То есть вы должны... Как бы не то, чтобы придираться, но вы должны критически подходить к какому произведению? Да к любому вы должны произведению, которое вы изучаете, подходить критически. А критика состоит не в том, чтобы отвергнуть, а выделить зерна, которые войдут в сокровищницу культуры. И наоборот, так сказать, то, что относится не к зернам, а к шелухе,
Ну, вот эту шелуху, так сказать, не воспринимать и не считать это виной того, кто написал то или иное произведение, потому что людей исторически оценивают не за то, что они не сделали, правда? А за то, что они сделали. Вот. Если я буду перечитать, что вы не сделали, это очень будет долго. Но я думаю, вы с таким же успехом можете перечитать, что я не сделал. Потому что каждый человек не сделал бесконечно много. А сделал, что-то он сделал. И это не бесконечно. Это вполне конечно. И, может быть, совсем мало, но сделал. Вот есть, скажем, такой математик Галуа. Он приговорен был к смертной казни. И в яме накануне смерти он несколько теорем открыл. И после этого стал великим математиком. Его казнили, а эти теоремы навечно вошли математику, как его достижение. А некоторые люди всю жизнь прожили и ничего не внесли. Ну, скажем, обычные люди, трудящиеся, которые сеют хлеб и производят какие-то материальные блага, они создают материальную основу развития общества. Они в любом случае развивают это общество. Ну, а что касается людей умственного труда, вот, они рискуют, ну, как бы зря прожить свою жизнь, если они, так сказать, ели, пили, сидели, изучали, а что внесли? Что вынесли из науки там или из жизни? Это понятно, а что они в нее внесли? Ну вот с таким настроем нужно к этому подходить. Вот. А для того, чтобы у нас наше испытание, которое мы должны провести, было удачным, мы проведем тренировку. Когда? Вот в ближайшее же время. То есть вот к следующему разу, к следующему занятию, к среду. Вот мы это и проделаем. Вы возьмете какой-нибудь раздел. Я вам каждый раз... Например, ТСА-1, часть А. Это раздел? Да, можете указать даже с какой по какую страницу по изданию. То есть можно даже часть из части? Какую-то часть вы выбираете, да. То есть не всю А, например? Какую-то. Поскольку у нас это тренировка, то как хотите, так и делайте. Она изучает как? А? Объем тоже надо взять. Что? Объем. Какой хотите, какой хотите. Если вы считаете, что вы в двух строках покажете, как вы здорово анализируете, то можете взять две строки. Это вы же взрослый человек. Но вы сможете в двух строках показать, что вы можете анализировать? Я сомневаюсь. Но если вы мне тут напишете, ну какой объем вы считаете? Я думаю, что больше там, ну двух страниц, я говорю, человек чрезмерно. Ну, больше двух страниц-то нельзя. Две страницы – это целый лист, с ума сойдешь. В смысле, две страницы из книги или самого? Нет, вот текста, вот две страницы. Краткая сестра талант. Вы же хотите талантливыми себя показать или не талантливыми? Скажите, пожалуйста, еще, это нужно, получается, текст дома прочитать или вы можете с собой брать? Нет, вы это все напишите мне, в следующий раз придете и все сдадите. Сверху будет написана ваша фамилия, а снизу будет... Это домашний? Подпись, да, это вы дома сделаете. И в следующей среде принесете. А назначать надо будет прочитать сначала, да, прийти к вам сюда и уже помните. Что значит прочитать? Вы читать мы же с вами, я вам даже не каждый раз говорю, где вы должны уже считается, что вы уже прочитали, да? Считается, что вы прочитали гораздо больше, чем мы с вами тут разбираем. Потому что мы разбираем, ну не по принципу куда-то бежать, а по принципу, причем неравномерный текст по содержанию, вы увидите, там будут такие куски, которые. Текст вроде страниц много, а так сказать, такого содержания, которое требует глубокого разбора, не так много. Поэтому прочитать-то мы эту всю книгу должны с вами целиком, потому что нельзя оценивать книгу, если вы ее не прочитали в целом. Так что мы вот по этой части движемся, и я могу сразу сказать, где мы сейчас с вами находимся. Мы с вами до Святого Максима, я просил вас дочитать в прошлый раз. Ну вот теперь давайте, значит, мы уже дочитаем тогда до... Так, а тут много чего. Но это слишком много вам дать тут до Нового Завета. И я. Давайте мы. Так. Ну, давайте вот до 130-й страницы. То есть до 134-й, до Духа. Дух – чистая история духов. Ветхий Завет, так сказать, как бы пройдем. И вот тут до 134 страницы. Но мы еще это не разбираем, мы просто, так сказать, двигаемся
вперед, так, чтобы постепенно все это прочитать. Но чтение чтением, Марш, анализ анализом. Вот в следующий раз вы мне сдадите, а я точно так же, как вы дома написали, я дома тоже буду ваши эти вещи разбирать. А может быть и не дома, может быть мы здесь можем поразбирать вот эти. Может быть так мы и сделаем в следующий раз, поразбираем то, что вы написали. То был анализ классических текстов, а вот это будет анализ классических ваших работ. То есть что можно сказать по поводу вот вашего анализа. То есть что я буду делать? Ну, искать плюсы, естественно, прежде всего, в том, что вы написали, да, так сказать, как вот. То есть вы должны сделать так, чтобы я мог сказать что-то хорошее об этом, правильно? Кто это? От кого это зависит, прежде всего, от меня или от вас? Опять от вас. Если вы что-то хорошее написали, то если я не злодей, должен, так сказать, соответственно, это хорошее отметить. И второе, если у вас там есть какие-то недостатки, то всякий человек заинтересован в том, чтобы его произведение прочитали, указали на эти недостатки, потому что он хочет это преодолеть. Правильно? Поэтому тут тоже нет ничего злодейского. Кроме того, поскольку это тренировка, никаких последствий такого рода, что это же не зачет еще, а просто так вот мы разбираемся. Все. Но чтобы для нас вот этот выход на зачет не был бы что-то таким вот, мы не видели, не слыхано, не видано, внезапно. Я думал так, а на самом деле не вот так. Не знаю, как вы счастливо попали в ВУЗ. Я, например, двойку получил на первом же экзамене в свое время, когда поступал в ВУЗ. Причем у меня были там дипломы олимпиады по физике, по математике, по химии. Я на первом же экзамене по физике получил двойку. Через месяц уже сдавал на другой факультет, на матмех. Поступал на физфак. Ну, естественно, я уже коррективы внес, как надо готовиться к экзамену. Ну вот, поскольку у нас сам характер наших занятий нам дает известную свободу действий. Свободу действий в том смысле, что нам никто не продиктовал, как вот нам это будет. Как вот мы считаем, как лучше будет получить. Если у вас какие-то мысли будут еще, что требуется. Значит, что еще? Я хотел бы, чтобы вы мне уже думали о том, что вы подадите заявки мне, каждый. Какой раздел, с каким разделом, с анализом вы хотели бы вот отсюда выступить с трибуны. Пока мы вот разбираем просто ваш письменный текст. Может быть, по этому же самому разделу вы выступите. Там, вот, выбор. На любой лекции просто... У нас нет лекций с вами. У нас все для вас. У нас все для вас. Вот если вы готовы вот выступить сегодня с анализом какого-то там раздела, пожалуйста, выходите, и мы будем внимательно слушать, обсуждать и так далее. А с другой стороны, вот вы заинтересованы в том, чтобы вот в публичных выступлениях по серьезным вопросам, и чтобы люди критически настроенные, а вот тут все критически настроенные, поскольку смотрят на вас так сурово, вот, и они могут что-то одобрить, что-то оценить, могут тоже высказаться по этому поводу. Я думаю, что да, у нас время есть для этого, правда? Конечно. Да, я думаю, что каждый из вас, но опять-таки, значит, вот вы, исходя из этого, тоже думаете, что из этой всей работы, вот, может быть, невзирая на то, до чего мы дочитали, а там в какой-то момент там вы заметили интересный там заголовок, и хочется это разобрать, ну, вот вы берите себе и скажите, я готова или я готов. И мы здесь вас послушаем и тоже потренируемся. Это тоже включает... А что такое анализ классический? Я вот анализировал такую-то работу, читаю там то-то, и потому-то. Потому что если я просто читаю, это мнение. Надо как-то обосновывать то, что вы говорите, чтобы это не было просто мнение, а было бы знание. У нас вообще задача, так сказать, знание свое пополнять или мнение пополнять. Мнение я могу по любому вопросу высказать, любое мнение. По любой науке. Нет такого ограничения. Нет такой науки, в рамках которой я не могу высказать свое мнение. Потому что к мнению никаких претензий быть не может. Правильно? А к знанию может. Потому что знание – это что такое? Определение. Ну а что делать? А как может быть? Конечно. Мне кажется, мы ставили этот вопрос еще в прошлый раз, и вы на него не ответили. Что не ответили? Ну, мне кажется, вы задавали этот вопрос в прошлый раз, но мы как-то перескочили на другую тему. То есть я виноват? Хорошо. Нет, мы там на понятие истина кто перекинули. Так это же связанные понятия. Если вам нужно истинное знание или ложное? Наверное, истинное. То есть понятие истины – это и есть по существу и понятие знания.
Истинное соответствие понятия с объектом. Вот если мы даем понятие чего-либо, и это понятие соответствует объекту, то тогда это вот истина, или истинное знание, или просто знание, правда? Потому что если я не знаю, а что-то говорю про это то получается пустой разговор. А если я это знаю, то есть, то я знаю... Какая же сложность в чем сложность? Нет, ну, сложность в том, чтобы правильно... Вот если вы не те слова подобрали, то не получается понятие. Знаете, говорит, вот вы, говорит, понимаете, что я имею в виду? Не понимаю. Почему? Понять? Понять. Вот как определяется понять? Значит, выразить в понятиях. Если вы, вам кажется, что вы понимаете, и вы на меня смотрите преданными глазами, так, а говорите не то, то вы не можете передать то, что вы восприняли. А раз вы не можете передать то, что вы восприняли не на человеческом уровне, а на таком дочеловеческом. Потому что если на человеческом уровне, если я понял, я вам могу передать. А если я вам не могу передать, как я докажу, что я понял? Что значит я понял, если я ни вам не могу передать, ни вам, никому? То есть я как человек не могу передать другому человеку. То есть только то, что можно передать другому человеку, считается знанием. А то, что нельзя передать другому человеку, это у вас какие-то внутренние движения души. Они, может быть, очень светлые и благородные, но это благородство ни в чем, по крайней мере, не воплощается и никак на других людей не воздействует. Поэтому очень простое, причем вот великие философы, они именно дают вот такие простые решения. Вот Гегель, у него очень просто: понять, значит, выразить в понятии. Вот вы должны думать, как это выразить, чтобы это было понятно. А если это не выражено должным образом, то все. Причем разница очень большая. Например, если вы сейчас какую-нибудь откроете книгу, будете спрашивать, вот тут эти вопросы затрагиваются, но понятия не дается. Вот вопросы права, например, что такое право? Вот все слышали это слово, правильно? Есть право, правоведы, имеете ли я право, права человека, нарушенные права. Что такое право? Знаете, что такое? Сложно ответить. А должно быть просто. Вообще, ответить должно быть же просто. А вы знаете, что такое право? Вы можете сказать, я не правовед. Я человек работник, я изучаю культуру, а в эту культуру не вошло понимание права. Поэтому я... То есть на вас, так сказать, налагается ваше название, очень суровая ответственность. Сказать, ну вы как человек культурный, так, у вас, конечно, что, культура Германии, что, в Германии не знают, что такое право? Вы изучаете культуру Германии. Как Гегель написал философию права, например. Значит, Маркс, который писал о праве тоже там, много чего о праве пишут. Причем столько такие длинные есть произведения про право. С ума сойдешь. А на вопрос о том, что такое право, вот мы затрудняемся ответить. И вот если вы откроете какую-нибудь плохую книжку, основная, так сказать, любая книжка, которую вы откроете, как правило, плохая. Почему? Потому что книжек хороших вообще, ну это вы, наверное, уже знаете. Таких вот гениальных книжек, что вот просто там взял и запомнил на всю жизнь. Очень мало. И вот там будет право, совокупность норм, правил того, сего, пятого, десятого, и там вот такое вот, что не подлежит вообще запоминанию. У Маркса есть очень короткое определение права. Право – это возведенное в закон воля господствующего класса. Право есть возведенное в закон воля господствующего класса. Здесь вот нет во всем этом, вот в всей этой работе, этого формулировки здесь нет. Право есть возведенное в закон воля господствующего класса. Ну вот, все, предложение одно. А что значит возведенное в закон? То есть сохраняемое силой государства. Силой государства, вооруженной силой. Не просто, так сказать, это вот какой-то разговор. Ну, вы имеете право, что хотите. Так. Если это охраняется силой государства, то это право. А если не охраняется, то это уже не право. А что может быть? Это тоже нормы. Общественные нормы – все право. Какие вы знаете общественные нормы, которые не являются правом? Мораль, нравственность, да? Ну, это что значит? Вы сделаете что-нибудь нехорошее, мы вас осудим. Морально здесь выступим, скажем, нехорошо так делать. И все. А вправо, извините, если вы что-то... У нас там все предусмотрено за такое
нарушение, вот такое наказание за такое нарушение, вот такое какое нарушение. Причем к вам будут хорошо относиться, сначала вы просто задержаны. Задержать вас на сколько можно? А? Для выяснения личности. У вас паспорт с собой? С собой? Сейчас с собой? Ну хорошо, вас нельзя задержать. То есть, если у вас потребует представитель правоохранительных органов, вы покажете паспорт, и от вас должны отстать. Это не значит, что так и будет. Это уже может с их стороны нарушение права. Но по закону от вас должны сразу отстать, все, потому что не могут вас задержать для выяснения личности. А у вас, гражданин, есть с собой паспорт? Да. Тоже есть. А у вас? Тоже есть. Вас вообще нельзя задержать. Что за люди? А у кого нет? А у кого нет, до трех часов. До трех часов можно задержать по закону. Для выяснения личности. И вот начнут вас спросят, где вы там живете, телефоны. И будут находить ваших родственников, знакомых, родителей, родители ваши на работе, ничего, давайте телефоны, сейчас будут звонить. А действительно ли у вас такая дочь? А как ее зовут? Да, назовите. Те, значит, переполошатся. Конечно, что это такое, значит? Как? А где она попала? Да, да, сейчас у нас, не беспокойтесь, она у нас в милиции. Ну, тут, конечно, там можете себе представить и так далее, что будет. А вас после этого выпустили. Но! Это задержанный для выяснения личности. Но! Если кто подозреваемый в совершении очень серьезного преступления, то можно задержать без предъявления обвинения на 10 суток. Вот там товарищ сидит, вот смотрит он. Вот у меня такого рода подозрение, что он совершил какое-то преступление и здесь укрывается. Потому что он укрывается здесь в группе культурологов, а сам он не из этой группы. Подозрительно, правда? Ну, то есть вот такое подозрение, что он убил 10 человек. Это вот достаточно, чтобы его 10 суток держать без предъявления обвинения. А в это время с ним проводят беседы такого рода, что лучше вам сознаться. Потому что вот, чистосердечное признание смягчает и так далее. Что через 10 суток? А, там все представляете, какие условия. Там, например, вот как мне рассказывал один товарищ, который просидел в этом 10 суток, по обвинению в том, что он распространял якобы наркотики, ему подбросили. Значит, вот сеткой закрыто окно, и это вот с момента основания этого заведения, там, несколько сотню лет назад, никто никогда не мыл эту сетку, она грязная вся, и полы тоже грязные. И человек там находится, значит, в такой ситуации, что вот так и хочется сознаться, что он что-то сделал нехорошее. А? Это тоже нарушение. Почему человека без предъявления обвинения задержали на 10 суток и держат в каком-то помещении для скота? Где написано? Где написано, как часто должны мыть там, где написано? Вы же права, это возведенное в закон воли господствующего класса. Не ваше рассуждение, в каком бумажке, какой написано, какая там должна быть санитарный уровень. Если говорить человеку, что он свинья, он захрюкает. Конечно, если держать в таком... Так это ваш разговор не юридический. Я еще раз говорю, право это возведенное в закон. Покажите закон, параграф и пункт, в котором написано, какое должно быть, вот что должно быть вот так же, вот так хорошо тут светло и тепло, и вот как здесь. Нет такого? Если нет такого, то и все. Я вам просто из практики докладываю, что в СИЗО гораздо хуже, чем в тюрьме. Как бы в СИЗО они временно сидят, но сколько можно временно просидеть? Строго вот первое, что вы прочитаете, один месяц, но в случае, если есть подозрение и так далее, при разрешении прокуратуры – 3. Потом – но. Не более полугода, но и так до 5. Нет, 2,5 года. Так 2,5 может протянуться в СИЗО. А потом, когда вы и подозреваемого превратитесь в обвиняемого, не беспокойтесь, мы вам на 9-й день предъявим обвинение. Вы будете обвиняемый. И вы сможете с помощью даже адвоката знакомиться с этим, читать, в чем вас обвиняют. Вы человек свободный, вы еще же не подсудимый. И тем более неосужденный. Но сидеть будете в СИЗО. Почему будете сидеть в СИЗО? А чтобы вы не могли воздействовать на свидетелей, так, или скрыть какие-то там улики. Вот чтобы ничего вы не могли скрыть, дальше будете продолжать сидеть. И так можно досидеть 2,5 года. А потом вы становитесь подсудимым из обвиняемого. А раз подсудимый, то это тянуться может. У вас плохое состояние здоровья, мы у вас до выздоровления вашего здоровья из гуманных соображений не будем сейчас вести на суд. Посидите там дальше еще в СИЗО. Потом проходит месяц. Ну как ваше здоровье? Да вот я вроде тут как на курорте у вас.
в сыром помещении, что-то у меня со здоровьем так не стало лучше. Ну, дам ваше выздоровление психи. Хотите в тюремную больницу? Дед говорил, я хочу там такую-то академию. Ну, вы хотите в академию. Сейчас мы рассмотрим, кто решает этот вопрос. Суд. Суд. Вот он решает. И решил, что если хотите в тюремную больницу, можем вас направить. Не хотите, как хотите. Если хотите, так сказать, конкретный пример, вот Юрий Шутов, которого одно время обвиняли в поджоге Смольного, потом в покушении на президента Азербайджана Эльчибея. В чем только не обвиняли, а потом решили, что можно и дальше его обвинять во всех смертных грехах, которые не раскрываются. И он так и просидел 5 лет, потом его выпустили, вот судья Калининского района, тут же схватили и новые обвинения ему, за ноги тащили, головой он бился, он об эти самые об ступеньки, это вот я видел по телевидению. И опять он там сидел, потом он болел, ему предлагали лечиться в тюремной больнице. Но был риск того, что его там так вылечат, что на этом кончится его жизнь. Ну вот он в итоге получил пожизненное заключение. И на сегодняшний день его нет, он умер уже, все. Жизнь его закончилась быстро, поскольку он в таких замечательных заведениях сидел, как там Белый гусь, например, в Новгороде, красивым названием. Белый лебедь, извините. Красивый название. Но это уже иллюстрации. А все, то если мы берем строго определение, возведенное в закон, воля господствующего класса. Какова воля господствующего класса? Если я господствующий, то я могу, например, написать, какие должны быть нормы? Могу. А если вы господствующий, то вы и напишете. То есть кто свободен? Ну, кто пишет, тот и свободен. А тот, кто не пишет, тот и не свободен. Поэтому права-то они вроде как для всех одинаковые. Только они каким острием и к кому обращены. Но эти определения исключают того, что другое определение может быть тоже верное. Просто Маркс смотрит со своей позиции, а там юрист смотрит со своей. А вот вам мысль не пришла, что в соответствии понятия объекта одно. Истина одна. Вот вам это вот вы из нее не обдумали предыдущее наше определение. Истина. Если истина в соответствии понятия объекту, а не наши соображения по поводу этого объекта, а не то, что мы можем договорить про этот объект, то есть мы тогда должны, вот у Гегеля говорится, надо не опускать знание до мнения, а возвышать мнение до знания. Как только мы возвысили свое мнение до соответствия понятия нашему объекту, мы пришли к истине. А если мы продолжаем высказывать разные мнения, ну вот вы можете, так сказать, с этой точки зрения попытаться рассмотреть другие понятия, другие определения этого права. И, если вы найдете лучше, я лучше не нашел этого определения. Длиннее вы найдете. Длиннее, туманнее и так далее. Потому что иногда определения даются для того, чтобы вы не могли никак зацепиться за это дело. И не могли это вот на самом деле выделить и определить. Определение – это что такое? Даже вот в судебной практике есть такое понятие. Значит, как называется тот документ, который суд выносит по окончании? Решение. А промежуточное решение как называется? В ходе судебного процесса, не знаете? Называется определение. Определение. То есть положить пределы, определить. Пределы поставить. Вот я вот так будет, а не так будет. Поэтому требования к определению очень, так сказать, очень строгое. Определение должно соответствовать тому, что определяется. Мы изначально начали другое определение, да, вот правый там нормы и прочее. Но оно объясняет, по крайней мере, право вот сейчас у нас в государстве. А, например, возведенный закон воли, что такое воля господствующего? Что такое воля господствующего класса? Что такое воля господствующего класса? Вот, что такое господствующий класс, понятно? Господствующий класс, понятно. А что значит господствующий? Ну, это доминирует. Да, ну доминирующий это и есть господствующий. Вы перевели на иностранный русский язык. Ну, да. Так вот, господствующий класс имеет свои экономические интересы. То, что в его экономических интересах, то и записано в законах. А вы как то думаете? То есть воля это экономический интерес? Нет, воля это выражены. Экономические интересы выражены, познаны и выражены в виде законов. Воля это же, воля же должна быть выражена, а экономические интересы то, что выгодно вам. Вот ваши экономические интересы я могу очень легко узнать. Вот вы студентка. Я даже спрашивать вас не буду, и вот без всякого даже с вами не разговариваю, я могу сделать вывод, что вам выгодно получить прочные и хорошие знания, и еще и свидетельство о том, что вы эти знания имеете. Как вы считаете, я знаю? Могу?
Вот, но я это сейчас выразил, ваши интересы, выразил. А вы еще их не выразили. А вы свои интересы, может быть, и не выразите. Иногда и одни люди могут выразить интересы других людей. А иногда свои люди, сами люди свои интересы выразить не могут. Так вот, есть идеологи этого, вот здесь у Маркса и Энгельса вы найдете, что среди буржуазии есть люди, которые заняты вот этой самым делом буржуазным, они некогда им писать эти всякие идеологические произведения, и там и книжки, и так далее, а они занимаются там торговлей, промышленностью. А есть у них идеологи, они этим занимаются, выражением интересов этого класса. А интересы у них общие, потому что они получают за это дело. От кого они? Из рук кого получат? Кормятся? Из рук буржуазии, а не из рук, так сказать, рабочего класса там, или не из рук мелкой буржуазии, не из рук интеллигенции они кормятся и так далее. Но это тут есть и дальнейшее углубление в этот вопрос. Что такое вообще определение? Ограничения. Это я вам сказал так в суде. Уважение, а что как в философии определение не так. Философия определения. Вот Гегель на этом останавливается, говорит, не путайте определение и определенность. Например. Да, определенность есть отрицание. Вот если это определенность, это вот некое отрицание, и все. Вот, например, у каждого человека есть мочка на ушах. Поэтому можно определить так людей. Люди – это животные, у которых есть мочка на ушах. У кошки нет, у собаки нет, у рыбы нет и прочее. То есть вы не ошибетесь. Пока человеку не отрезали, как говорится, уши, а это и бывает, или он не потерял их так во время пожара или во время аварии, вы безошибочно выделите этого человека из других. Выделите, и все. Но это ради определения, это только определенность. А определение, говорит Гегель, это такое качество, которое сохраняется в изменениях. Вот если вы хороший человек, то это не только на этом занятии хорошее, но и которое будет с 13:10. И не только сегодня, но и завтра. И не только сегодня и завтра, но и вчера ваши, так сказать, плюсы перевешивали ваши недостатки. То есть, что такое определение? Определение – такое качество, которое сохраняется в изменениях. Вот если у вас такое вот качество задавать вопросы, так сказать, такие грамотные, так сказать, это не только сегодня вы будете задавать, потому что вдруг сегодня у вас какой-то был такой расцвет, а во все остальные дни помутнение. Если это для вас характерно, это ваше определение в этом смысле. То есть, это, наверное, не единственное качество, то есть это слишком слабое качество, которое надо брать такое качество, которое, является для вас качеством, которое сохраняется и которое себя проявляет вовне. То есть, которое внешним образом не так легко подавить, или вы это качество, так сказать, каким-то образом продвигаете по отношению к внешнему миру. Так вот, определение человека, человек – это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Это вот определение. Очень достаточно хорошее и емкое определение. Все это подлежит, вот все, что сказано в этом определении, подлежит развертыванию. Точно так же ваши вот вопросы в отношении этого определения права тоже очень уместны, потому что это вот характеристика хорошего определения. В нем оно само краткое, правость, возведенная в закон, воля господствующего класса. Надо знать, что значит возведенная в закон. Ну, то есть это вписано в законе, эта воля. Надо знать, что такое воля, то есть выраженная в понятиях экономические его интересы. Что такое господствующий и что такое класс? Класс вы почему не спросили, что такое? Понятное дело. Да. Это группа людей, стоящих на одном положении. Нет. Это группа людей, у метро у вас стоит. Трое рабочих. Это класс, что ли? Рабочий – это класс? Надо, чтобы большая группа людей, сравнивая с размерами общества. А если вы возьмете просто некоторых отдельных людей, вот это группа людей никак класс не образует. Надо всех взять людей, которые находятся в таком положении в производстве. Тогда будет класс. А если возьму только некоторых, не будет класс. Вот рабочий класс на этом предприятии. Нет, не может быть на предприятии рабочего класса, потому что рабочий класс может только в обществе. Всех надо взять рабочих. И буржуазии надо всю взять, а не двух этих буржуев. Не двух капиталистов. А большие группы людей... Всего общества. Да, всего общества. Всего общества. Все в обществе, которые занимают одинаковое положение в производстве. Все люди, которые занимают такое положение в производстве, образуют класс.
Класс – это вы классификацию производите, всех людей в обществе классифицируете. То есть это понятие идет от понятия классификации. Мы классифицируем всех людей. Как мы можем классифицировать бабочек, классифицировать, если мы ботаники, классифицировать растения, если мы... Простите, ботаники – это вот как раз растения, когда и биологи, то мы там бабочек, рыб, там земноводных и так далее классифицируем. Вот так же мы должны поступать, и когда речь идет об общественной классификации, так взять вот среди всех людей, выделить тех, которые занимают одинаковое положение в производстве. И получается, таких классов совсем мало у нас. Вот, скажем, в современном обществе, в буржуазном, у нас всего 3 класса. Рабочие, наемные, собственники средств производства, то есть буржуазия, и мелкая буржуазия. У него он не наемный, он сам трудится, у него есть средства производства и выносит продукты труда на рынок. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Вот это большой довольно слой, про который все время пишут, надо поддержать. А почему надо все время поддерживать? Да потому что он тает все время. Почему? Потому что эти мелкие буржуане разоряются постоянно. И несмотря на то, что они стремятся стать буржуа, настоящими хозяевами, чтобы не так было, что я у вас лекции читал, а я бы, вот у меня уже был бы завод, я бы вам предложил бы пойти ко мне на работу. Потом я бы нанял бы, вот там товарищ сидит управляющим, а сам бы поехал на Багамские острова. Ты позвонил бы по телефону, как там? Как только увидел, что прибыль уменьшается, я бы сразу уволил, назначил бы его. Мне ничего не надо там понимать в производстве, правильно? Я понимаю, что если прибыль стала меньше, значит, это мне такие руководители не нужны. И все. Поэтому, скажем, деятельность современного капиталиста совместима с тем, что он может быть безголовым человеком. Есть даже по этому поводу такой близкий к нашей сфере вузовской анекдот. Встречаются 2 бывших сокурсника. Один уже стал заведующим кафедрой математической, профессор, а другой никогда не мог даже умножить 2 за 2, как следует. И вот этот, который никогда не мог умножить, сейчас крупный предприниматель, богатый человек, он смотрит свысока на этого самого заведующего и говорит, ну как ты там, человек, как ты живешь? Да, разве это жизнь, там вот такая зарплата. А ты мне лучше ты расскажи, говорит этот заведующий. Вот ты же не мог 2 за 2 посчитать. Как ты стал таким богатым человеком? Очень просто, говорит, я покупаю за $2 и за $4 продаю. И на эти 2% я живу. То есть он по-прежнему считает 2%. Ну, а скажем, интеллигенция в этом обществе, носители знаний, они из чьих рук получают средства для своего существования? Из рук рабочих, из рук мелкой буржуазии или из рук господствующего класса? Как вы считаете? Государство. Что такое за государство? Определение государства знаете? Нет? Тоже очень простое определение. Очень простое определение. Машину носили для проведения политики господствующего класса. Машина насилия или организация насилия для проведения политики господствующего класса. Или для осуществления интересов господствующего класса, чтобы, так сказать, сейчас пока в тему политики не затрагивать, для осуществления интересов господствующего класса. Что значит государственный интерес? Это интерес того класса, который является господствующим. Вот у нас государственный университет. Значит, что я должен делать вот здесь? Вот я сейчас провожу волю господствующего класса. Кто не будет знать, не будет разбирать произведения Маркса и Энгельса, не получит зачет, кто не получит зачет, будем отчислять. Отчисленные, пусть попробуют снова попасть в наш университет. Мы здесь готовим министров, премьеров, президентов. Вот у меня был дипломник, например, Кудрин. В кружке был по диалектике. Вот. Возможно, его будут судить, тогда и меня будут судить. Возможно. У нас никто не застрахован от этого. Или у меня вот была дипломница Иванова, она была потом зампред Комитета Государственной Думы по образованию, Валентина Куликова в девичестве.
Сейчас она какой-то директор какого-то крупного там вуза в Москве. Вот, так что, а вот кто такой глава администрации у нас, президента? Фамилия знаете, как глава администрации? Иванов Сергей Борисович. Не знаете? Филфак кончал. Филфак он. Да там почти все отсюда. Говорят, что когда вот такой большой был переезд туда, в Москву, наш деятель из Петербурга, то такой вот анекдот был, что в Москве представитель администрации президента встречает стрелу, и там народ выходит из него, спрашивает, вы из Петербурга? Читать, писать умеете? Не хотите ли поработать в правительстве? Или принимает администрация президента, объявила, что мы вот набор осуществляем. Ну, вот вас вызвали и спрашивают, вот как вот вы. Ну, нам нужно вот в структуру правительства человека. Ну, вы, конечно, из Петербурга. А вы говорите, нет. Ну, значит, дети у вас в Петербурге. Нет. Значит, родители из Петербурга. Нет. Ну, пожалуй, мы не сможем вас принять. Ну, давайте на всякий случай запишу все-таки ваш адрес. Давайте, диктуйте. Москва, Ленинградский проспект. Ну что же вы молчали? Вот возвращаемся к определению права. Право есть возведенное в закон. А закон, конечно, это такая норма, которая защищается силой государства. А государство мы уже тоже с вами определили. И классы вы знаете, что такое. Чего вы там еще не знаете? Все вы тут знаете. Норма. Это не то, что вот, сказать, норма, это значит не то, что мне взбрело. Вот я чиновник сижу, и вы ко мне пришли, я над вами измываюсь. Хочу это спрошу, хочу то спрошу, хочу вот поставлю как хочу. А норма предполагает, что определено, что вот требовать вас можно вот это и вот это, а вот этого нельзя требовать. Тут не могу. Я вот за счет у вас могу принимать, а вот заставить вас копать огород не могу. Потому что это нарушение, норма состоит в следующем. То есть то, что опять-таки выражает, то, что вот этот господствующий класс для себя считает нормой. Вот эксплуатировать вас можно в нашем обществе? Да, это норма. Ну и зачем такие слова эксплуатировать? Вы приходите на работу, вот, будете работать 8 часов, примерно за 2 часа вы то, что... сделаете, будет вполне вашу, равно вашей заработной плате, остальное все мое. Это норма. Это норма. Вам не нравится? Идите на другой завод. Там такая же норма. Потому что норма установлена государством. То есть государство это не такая дубина, которая просто бьет кого попало. Нет. Только строго по закону. Вот если вот это и установлены нормы права, вот сколько сверхурочно можно с вас заставить работать? Не знаете, вы эту норму не знаете. Могу вам сказать, сверхурочно можно заставить вас работать 120 часов в год. Но не более 4 часов в течение 2 дней. Как вы думаете, соблюдаются эти нормы сейчас? Да вообще не соблюдаются. Никто не считает. Но норма такая есть, она записана в Трудовом кодексе. То есть вы можете, ссылаясь на эту норму, потребовать, так сказать, наказание того, кто... На режимных предприятиях. А? На режимных. На любых. Нет, я имею в виду, что она сейчас соблюдается на режимных предприятиях. Может быть, и соблюдается. Я не знаю таких предприятий, где она сейчас соблюдается. Я знаю. Хорошо. На авиастанциях. Ну, наверное, потому что там, если вы устали больше известной нормы, то это уже чревато. Чем чревато? Чревато тем, что может быть опасность. Не только для тех, кто работает. Ну вот, собственно, вот и все там слова, вот все, мы в этом круге категории, вот право, государство, класс, все, и воля, и интересы экономические, все. А что такое интересы, вы знаете? Интересы надо еще усвоить, это очень важная категория. Потому что там тоже вот в этой книге очень много говорится о классе, о его интересах и так далее. А что такое интересы, не говорится.
Интересно, это характеристика человека или характеристика того положения, которое он занимает, как вы думаете? Это характеристика того положения, которое он занимает. То есть в этом положении человеку выгодно вот это. Если вы смените свое положение, у вас будет другой интерес. Правильно? А пока вы в этом положении, вот если вы студентка, то вам выгодно то, что я уже говорил. Или если я преподаватель, так мне выгодно, чтобы студенты мои хорошо занимались, или невыгодно. Так я скажу, вот видите, они у меня учились, видите, какие умные, хорошие, знающие. Это мне выгодно или невыгодно? Конечно, выгодно. А кому выгодно, чтобы у меня были одни двоечники? Скажут, ну вот, понимаешь, у всех, конечно, так-так занимается, а у Попова одни двоечники. Это мне выгодно, что ли? Нет. Не, я, конечно, переживу, если будут одни двоечники. Я скажу, что я просто строго спрашиваю, а вы вообще, никакой требованности у вас нет, и вообще вы плохие преподаватели. Я-то найду, что сказать. Это уже другой разговор. А мы сейчас говорим о том, что выгодно в том положении, в котором находится преподаватель. Вот вы станете в этом же положении, у вас какие будут интересы? Ну, такие же. А какие еще? Или я, допустим, пойду на какое-нибудь обучение. А вот я был там на обучении в Москве 3 месяца торчал, там делать было нечего. Я это все знал, что они преподавали. Но я тоже сидел, потому что мне было выгодно теперь бумажку получить. Я поэтому 2 часа посижу и иду там тебе там, лечить зубы или еще что-нибудь. Потому что я знал, что я это все, конечно, расскажу и все это сдам. А люди тряслись, знаете, как напали преподаватели, доценты в положение студентов. Одна лучше всех занималась у нас там, женщина молодая. Все слушала, на все ходила, в отличие от меня. А кончилось дело тем, что когда был экзамен, она не пришла, потому что заболела. Нервный у нее был срыв. Ну как-то и с грехом пополам поставили все-таки, и бумажку выдали. Ну вот были такие приключения. Поэтому попадает человек в это положение. Взрослые, родители ваши, если они будут обучаться, им нужно будет сдавать зачеты, у них все проявится то, что было в студенческие годы. Я вот наблюдал, как они все молодели, и вот такие же повадки все возникают. Ну и по мере обучения вот они, так сказать, становились другими людьми, потому что обучаться вообще приятно и полезно. Вот. А дети их спрашивали, ну как, мамочка сдала? В общем, было это оригинально. Или папочка, как ты сдал? Вот в Академии гуманитарного образования это были только взрослые люди у меня, поэтому очень было интересно смотреть на них. Так, что еще непонятно в этом определении? Интерес, получается, это характеристика положения, в котором человек находится? Да, которое, но это не раскрытие еще, я не раскрыл. Так, а какая характеристика? Такая, которая показывает, что этому человеку в силу этого положения объективно выгодно. Которая показывает, что ему в силу этого положения объективно выгодно. Это не обязательно человека, это может быть и класса, и группа людей, какого-то субъекта экономического. А все люди – это какие-то, все группы – это какие-то экономические субъекты. Что объективно выгодно? А что значит выгодно? Как вы понимаете, что вам выгодно? Это что значит? Полезно. А? Полезно. Не понял? Полезно. Ну, полезно. Полезно. Это не слышно. Вам полезно, другому не полезно. Это не все общее определение. Значит, что выгодно означает то, что улучшает ваше положение. Ну вот если цену понизится, это улучшит ваше положение? Или нет? Полезно. Может, вы какую-то вредную вещь будете покупать. Бросите сразу покупать всякие вредные вещи для себя. Но! Поэтому насчет пользы неизвестно. А вот то, что это выгодно, это факт. Улучшает положение людей. То есть речь идет о положении людей. Это характеристика положения людей. То есть никакого... Это характеристика экономического бытия или сознания человека. Экономические интересы. Что мы характеризуем, если я вот о ваших экономических интересах говорю? Это характеристика вашего бытия или вашего сознания? Экономический интерес. Да вы что, смотрите, как назвать на это в текст, смотрите. Что там? Где там про ваше сознание? Там ничего не написано. Что думать-то? Что думаете-то? Конечно, бытия. К сознанию не имеет никакого отношения. Какая разница? Я сяду на ваше место, и у меня будут те же самые экономические интересы. На место я имею в виду в смысле того, что я попаду в положение студента, те же самые интересы. А вы попадете в положение профессора, у вас будут такие же интересы, как у меня. Поэтому это вот очень важно понять, что когда речь идет об интересах,
экономических. Мы интересуемся тем, что выгодно. Слышали, как я сказал? Мы интересуемся. А вот когда я говорю «интересуюсь», то это имеется в виду не экономические интересы. А есть еще категория психологии. Категория психологии интересов другая. У меня такие интересы – пение, чтение, рисование. А у вас какие интересы? У вас, наверное, германская культура. Да? Или итальянская культура? Нет, немецкая. Вот, у вас немецкая культура. Это ваш интерес. Знаете, что такое интерес психологический? Догадались. Догадывались. Ну, догадались? Или только еще догадываетесь? Пока не догадались. Сознание. А? Интересно. Что интересно? Ладно, я не понимаю. Ну, это к сознанию, конечно, относится. Это уже характеристика сознания, безусловно. Это концентрированная направленность внимания ваше. Что, на чем вы концентрируете внимание? У вас внимание привлечено вот к этой немецкой культуре, а у этих товарищей итальянцев к итальянской культуре. Что вас интересует? А в русском языке и в любом языке это разные управления. Вот если речь идет о том, что вам об экономических интересах, то я спрашиваю, что вам выгодно, в чем вы заинтересованы. А если я спрашиваю о ваших духовных интересах, в смысле психологической категории, то я спрашиваю, чем вы интересуетесь. У вас интерес к пению, к чтению, к немецкой культуре и так далее. А если речь идет об экономических интересах, то не так, даже в языке и вопрос ставится, в чем вы заинтересованы. Можно такую фразу построить сразу с двумя интересами, с экономическим и с психологическим. Он интересуется водкой, в чем он объективно совершенно не заинтересован, а интересуется водкой. Он интересуется тем, в чем он объективно не заинтересован. То есть то, что он принес ему выгоду. Да, это ему невыгодно, потому что он деградирует как личность, а он интересуется все этим. Вы не деградируете, когда вы изучаете немецкую культуру? Надеюсь, что нет. Нет, значит, вам это еще и выгодно в экономическом смысле. Потому что если вы развиваетесь, то это вот вам еще и выгодно. Но мы все равно различаем, видите, характеристику вашего бытия и характеристику сознания. Это важное развлечение, не путать вообще, не спутывать характеристику сознания и характеристику бытия. Мысли с вещами вы не спутываете? Нет. Вот что важно. А с философией, люди не философские, не образованные, они их видно такая каша в голове. Они там все, и там и мысли, и характеристики бытия, и характеристики сознания, и все вот так вот намешано. А как оно может быть не намешано, если человек не приобрел соответствующую культуру философскую. Для этого надо приобрести определенную культуру. И первое требование этой культуры – никогда не путать вещь и мысль об этой вещи. Это разные вещи. Вот был такой чехословацкий экономист, директор Института экономики Чехословацкой академии наук Отто Шик. Известный по событиям в Чехословакии 68-го года. Он был член ЦК КПЧ. И вот он написал книгу «Экономика, интересы и политика». Она была переведена на русский язык. И там он написал, что экономические интересы – это концентрированная направленность внимания на удовлетворение определенных, объективно обусловленных потребностей человека. То есть он изобразил экономические интересы как характеристику сознания, на что вы внимание направили. И вот потом у него получалось, что вот был у рабочего класса интерес к классовой борьбе. Потом этот интерес к классовой борьбе угас, стал ему классу неинтересно, он перестал бороться. Потом опять у него этот вдруг подъем интереса к классовой борьбе. Хотя на самом деле каждый класс заинтересован в улучшении своего положения, и это неприходящее, пока у него есть такое положение. Пока есть такое положение, он в этом заинтересован. Нет, другое положение, он в другом заинтересован. Вы заинтересованы в улучшении своего положения? Потому что это прямо вытекает из определения экономических интересов. Так, ну вот, так сказать, это, значит, все вот здесь присутствующие заинтересованы в том, чтобы к следующему разу подготовить хорошие письменные работы. Даже если это вам не интересно. Может быть, что это неинтересно, потому что, вот, например, предполагать, что это обязательно вам интересно, вот я не могу, потому что много интересного в жизни. Уж прямо так думать, что если я это преподаю, то это именно вот это вам очень интересно, но это какая-то наивность, правда?
То есть это, ну, в какое-то всякое новое дело, оно интересно. Интересно почему? По постановке, там, себя попробовать и так далее. Но не обязательно, вот так сказать, из всего, так сказать, контекста, скажем, и не вы придумали, что вы это будете изучать, и не я придумал, что я это буду преподавать. Это у нас есть господствующий класс. У нас же государственный университет. Государственный. У нас же не спрашивают, вы будете это преподавать или нет. Мне поставили эту нагрузку, вот я вам преподаю. Это, так сказать, вот воля соответствующая, государственная. Государственная воля – это воля того класса, который держит в руках государство. То есть класс, если он действительно, так сказать, хочет быть господствующим, так он должен знать не только там идеологию одну, так сказать, одних, так сказать, одни течения знать, другие. Он должен всю картину знать течений. Он не может быть господствующим классом, если он не знает каких-то фундаментальных произведений, которые сыграли какую-то роль в истории. Правильно? Иначе это не господствующий класс, а такой, ну, класс, который, ну, даже, так сказать, такой бедняк в этом духовном смысле слова. А вы возьмите, посмотрите, как продаются ныне капитал. Капитал стоит 1500 рублей один том Маркса. Сколько? 1500. Весь мой капитал. А? Весь мой капитал. Да, один том. А один том стоит 1500. Ну, это, наверное, какой-то очень... Вот такого вот издают. Новое издание. Новое. Так вы, наверное, купили. Вы, наверное, купили где-нибудь в старой книге. Я? Или у вас осталось, или кто-то вам дал. Вот и все. Нет, я знаю, где продаются. Вот, например, в РКРП продают 10-томник Маркса и Энгельса, который включает все тома «Капитала», немецкую идеологию, положение рабочего класса в Англии, Энгельса, за 1000 рублей, 10-томник. Потому что они в свое время взяли и закупили, когда был переход к новой системе. Закупили их много. И теперь они потихонечку по 1000 продают. Они, тогда это стоило какие-то гроши, потому что магазины просто отдавали чуть ли не все без цен. Но если вы пойдете просто новый будете произведение покупать, это уже бешеные деньги. Ну, надо сказать, что при этом издании люди, которые издавали, умудрились туда вставить свои всякие статьи и получили соответствующие гонорары. То есть они прямо ничего не распиливали, но они с вас берут деньги за свои статьи, которые, наверное, не на уровне этого самого Маркса. А как с точки зрения марксизма? А? А как с точки зрения марксизма относиться к так называемому пиратству? Ну, то есть когда я... С точки зрения марксизма никакого этого пиратства нету. Почему? Потому что такое пиратство? Пиратство – это значит, вы, так сказать, как вам едете на корабле, и у вас там есть богатство. А я вот, мы с ней вместе, так сказать, мы себе вот эти повязочки сделали, чтобы когда мы в трюм, на один глаз в трюм забежим, чтобы там уже будет темно, а у нас этот глаз-то привык, который, так сказать, повязочку сняли, и вы все увидели, сразу схватили, все забрали, а вас выбросили за борт. А вот если речь идет о духовном богатстве, духовное богатство. Вот я, вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Означает ли вы, что вы пираты? Вот сейчас, вот вы, вот, особенно пират самый, вот черный у вас, одежда вся, приехали. Значит, а что такое экономический интерес? А что такое право? А что такое государство? А что такое воля класса? Так вот, если бы нет, каждый раз... Нет, я право, я как студент получаю... Тихо. Не важно, что вы студент. Я вас рассматриваю как гражданина. На равных. Угу. Что значит, вы студент? Вы у нас... Российская гражданка, и я гражданин. Так вот вы взяли, и вы мое богатство забрали. Спрашивается, вы меня грабили или нет? Нет, потому что у вас там осталось. Вот, в этом все дело. Как, потому что если бы у меня забрали сейчас эту книжку, я бы подал на вас в милицию. В полицию теперь, милиции нет, в полицию на вас подал. Потому что если вы ее забрали, у меня ее нет. Ну, в голове у меня осталось, но у меня книжки-то нету. Поэтому то, что поэтому пиратство относится к материальным благам. Это категория, которая имеет дело с материальными благами. А если я, так сказать, у меня есть в голове, и я теперь хочу, один раз у меня мысль пришла, умная и хорошая, и я только торгую теперь эту мысль, как мелкий буржуа. Это моя мысль, моя мысль. Поэтому вы хотите, чтобы я сказал, давайте деньги, я вам скажу. Вот сколько вы мне вопросов задавали. Так, а вы спросили, по какой цене я вам продавал? Не спросили. А вы все, кстати, подслушивали, все слушали, и вы тоже сдавайте деньги. Это пиратство, что ли? Нет, конечно. То есть применение вот таких понятий, которые относятся к
передача материальных благ совершенно, так сказать, не соответствует вообще культуре и несовместима не только с марксизмом, вообще несовместима с пониманием того, что такое есть материальное благо, что такое духовное. Духовное развитие, оно по природе своей, каково, что оно никогда не бывает делом одного человека. Вот то, что я вам рассказываю, ну это вот я могу сказать, что это вот мое. Хоть я денег уже хотел с вас вот стрясти, но это вот что, это я все выдумал? У меня есть то, что я считаю своим. Там, если я защищал докторскую диссертацию, я еще доказывал, что это вот мое, и только я, и никто кроме меня, это требуется даже. И это очень трудно еще доказать. Попробуйте вы доказать, что это только вы. А люди потом приходят, другие, значит, ученые, их много. Нет, это бы я видел там, я читал у того. Это надо сделать так, чтобы вы нигде не нашли. Потому что если для кандидатской диссертации требуется, чтобы у вас была новизна, а вот для докторской требуется, чтобы вы впервые в науке сделали это, а другие нет. И вот вы приходите, и на ученом совете доказываете, что не вы не сделали, не вы, а вот я сделал. Ах, только вы так сделали, и они у них какое настроение. Поэтому в духовной сфере. Но что бы я ни сделал, всякое новое, оно же относительно новое. Оно же построено на том, вот прямо пишет, что мы изучали такие-то произведения, что основываемся на том-то, на том-то. Или, скажем, если мы говорим, вот Маркс и Энгельс, мне есть что-то новое. А Гегеля не читали они? А Фейербаха они читали? Как, что значит новое? Что значит этот? То есть этот марксизм, это что, выскочил неизвестно откуда? Или это вот некое дальнейшее развитие мировой культуры, науки? И сегодня поэтому, вот отсюда и мы видим, скажем, почему это учебное, в учебном заведении это изучается. Да потому что в развитии науки дальнейшей об обществе без этого обойтись нельзя. Если вы пошли дальше, это хорошо. А если вы опустились ниже, а тут очень просто, значит, вы ниже Маркс это будет, Энгельс это Фейербах, это созерцательный материализм. А если ниже созерцательно вы попадете в идеализм объективный или субъективный, то есть если вы пойдете вперед, это хорошо. А если вы, так сказать, буржуазии, что нужно, чтобы на уровне ниже пошли, чем у Маркса Энгельса, вы должны были выше пойти. Идите дальше. Тогда это наука, а иначе это не наука. Поэтому, ну, скажем, как за теорему Пифагора? Пифагору не надо платить родственникам его, а за закон Ньютона, а Фейерштрассу, а Лагранжу. Так? Так, Эйнштейн денежки получает за теорию относительности, а родственники Эйнштейна? То есть это вообще несовместимо. Вот это. То есть это связано с тем, что вот в современном обществе, поскольку главное богатство, его товары, то, что не является товаром, в иррациональной форме начинает приобретать вот такой же вид. Например, так, любовь продается? Смотрите на толбы. Так, дальше. Совесть продается? Продается. Чего не продается? И идеи тоже продаются, пытаются. То есть то, что земля, вот, например, Маркс показывает в «Капитале», что если земля не обработанная, девственная земля, то она не имеет стоимости, не является товаром. Ну, есть и стихи такие, если вы помните, да? Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. То есть человек, конечно, он продает картину, художник. Продает? Продает. Картина вообще материальное благо, согласитесь. Сама картина. Но образ художественный не материальное благо. Поэтому вот репродукции все с этой картины, они не могут много стоить. А художнику надо много заплатить. Для чего? Чтобы он, этот художник, существовал и мог вторую картину написать. Поэтому существуют вот разные формы этого, даже разные категории. Чиновники что должны получать? Зарплату или жалование? А? Жалование. Если я чиновник и вам что-то полезное делаю, ну вы сколько мне пожалуете, да то и спасибо, да? Может, вы мне много пожалуете, но вы будете жаловать до той степени, если я буду на жаловании у вас, что как только увидите, что я вовсе не забочусь о вашей жизни, о ваших делах, а опираясь на ваше доверие или используя его, решая свои личные задачи, вы не будете мне больше жаловать. А я вот каждый раз могу приходить, так сказать, шапку, и говорить, так вот, вам определение давай. Давайте сколько, скинетесь на определение.
не скинетесь, ну я тоже буду давать, потому что я все равно, это духовное же благо, я же от этого не откажусь. Сейчас вот пытаются сделать систему стимулирования для научных работников. Неужели вот, если я мне сделать меньше зарплаты, я буду хуже лекции читать? Как вы думаете? Ну это смешно. А если мне больше, вдвое больше заплатят, я вдвое больше, вдвое умнее буду читать лекции, что ли? Как вы считаете? Может, наоборот, я буду смотреть, где заплатят, побегу туда. Не приведет ли это к тому, что люди будут бегать? И вы, наверное, знаете, что вузовские преподаватели в силу маленькой зарплаты, ну, еще у профессоров она более-менее, а уж эти доценты на 15 тысяч живут. Значит, они там берут, и нагрузка у них больше. У нас вообще больше всего нагрузка у кого? Профессоров или ассистентов? У ассистентов больше, зарплата самая маленькая. Потом идут доценты, у них побольше нагрузка. Поменьше, чем у ассистентов, поменьше, чем у профессоров. Ну и зарплата меньше. Ну, у нас меньше всего нагрузка и больше всего зарплата у профессоров. И что, если мне приплатят, я буду лучше лекции, и занятия будут лучше вести? Вы верите в это? Я сам-то не верю в это. Потому что это в сфере духовной так не получается. Поэтому это глупость, так сказать, думать, что можно стимулировать научный труд. Есть другое правило. Вы вот, значит, вот физиков способных соберите, кормите их и ничего не давайте им делать. Пусть они бездельничают, они что-нибудь придумают хорошее, сделают открытие. Ну вот если вы интересуетесь, так сказать, культурой, если вас просто кормить и сказать, что хотите, то и делайте. Но если вы интересуетесь, вы будете заниматься этой своей германской, немецкой культурой или не будете? Если будете, ну раз вы будете, а еще у вас стоять будут над душой, почему вы плохо изучаете немецкую культуру? Что за безобразие? Когда вы начнете изучать, как следует немецкую культуру? Я вот сколько вас уже спрашиваю, вы все, не, все на этом же уровне. Написали книгу по немецкой культуре? Почему? Вам запрещали, что ли, писать? И статья у вас есть по немецкой культуре? Тоже нет. А чем вы занимаетесь вообще? Надо разобраться. И у вас тоже нет никакой статьи. А у вас какая культура? Германия. И тоже нет никаких ни статьи, ни книги, ничего нет? А что, вы ждете, когда постареете? Посмотрите на меня. Что, хотите вот в таком возрасте начать писать? Вы что делаете-то? Мы ждали, что будут молодые, симпатичные ученые. А вы что-то там все слушаете, всякую билиберду читаете, неизвестно что. Когда писать будете? Когда вы будете писать, тогда то, что вы будете читать, будет входить вот в это, запоминаться, усваиваться, потому что это как бы сырой материал для вашего духовного производства. Правда? Вот сейчас вы что делаете? Вы пишете дипломную работу? Нет, еще рано. Что значит рано? Как может быть рано? Интересно, вы выбрали германскую, как может быть рано писать дипломную работу? Курсовую. Почему курсовую-то? Курсовая – это кусок вашей дипломной. Вы пишите дипломную, ну, да. А на этом фоне ваша курсовая пойдет хорошо. Вы читаете, все складываете в папочке, у вас план есть. План можете со мной обсудить, если хотите, я не откажусь. План дипломной работы. У вас тема есть? Так если у вас темы нет, о чем вообще разговор? Пираты. Что вы можете забрать, какую духовную ценность вы можете забрать, вы не знаете, куда складывать. Вот какой-то кораблик должен, свой маленький кораблик такой, что вы с моего корабля взяли и к себе на корабль положили. А вы с моего корабля берете, а некуда положить. А раз некуда положить, оно куда? Оно пропадает, оно тонет на дно. Поэтому обязательно нужно вот все корабли уже сделать сейчас. Я вам очень советую. Причем развитие идет от целого к целому или от части к целому? От целого. Да. Вот целый диплом, как у вас будет выглядеть? Сейчас вот самый диплом в начале, как он будет выглядеть? Как не развернут? Ну так давайте, как он? Да как не развернут? Берете страницу, лист бумаги. Вот к следующему разу напишите свои дипломы. Там в начале, начало диплома. Сверху будет написано «Министерство образования и науки Российской Федерации». Это чтобы вы знали, что вы делаете большое дело государственное. Потом написано «Санкт-Петербургский государственный университет». Вы на уровне должны делать. Тут, понимаешь, такие люди всем известны. Да? Институт философии. Дальше тема. Вот она целая. Тема – это целая или нет? У вас тема есть? Вы даже о теме не подумали. Что вы тут делаете вообще? Третий курс вообще. Кошмар какой-то. И у вас темы нет? Не до конца еще. Что значит «не до конца»? Но тему можно переделать. Вы сделаете хоть плохую, потом переделаете в хорошую. Это будет отрицание, снятие. Ну дайте тему-то. Тема есть у вас? Смерть. А? Темы нету?
Смерть. Что смерть? Это уже это было, это не ново. У нас было, вот у нас на кафедре защищались, значит, две же неразные этих дипломных работы. И я вот сюда пришел, лет 6 или 7 назад. И мне, поскольку у меня нагрузки не было, мне тут рецензентом сразу к этим работам. Одна, значит, называется, так сказать, убийство, а вторая – самоубийство. Причем убийство как это тема социальной философии. Нет, как тема вообще философии. А самоубийство – это как вот тема социальной философии. И такие девушки жизнерадостные. Это одна убийство, другая – смерть. А жизнь вы не хотите изучать? Нет. Не хотите? А в жизни не включать смерть? Подумайте. Нет, ну это да, это понятно. Ну так а почему вы не хотите взять смерть как момент жизни? А вы взяли и бухнули смерть, отрезали ее от жизни? Нет, вы сказали, что там корректировки все подвергается. Я просто обозначила, так сказать. Область. Плохо обозначили. Вот если вы берете смерть как момент жизни, так и пишите. Смерть как момент жизни. Тогда это да. То есть вы, ну, жизнь надо всю изучать, во всех ее составляющих. Смерть как момент. Есть рождение. Рождение вас не волнует. Я понял. Вас волнует смерть. Ну, тоже многих волнует смерть. Да, чем я кончу. Вот. И кто раньше из нас умрет, тоже хорошо, давайте. Мысли о смерти, наверное, удлинят ваш жизненный путь. То есть вот смерть как момент жизни. Как люди, так сказать, вот люди, вы же культуру изучаете, как люди к этому относились. Например, Лафарги вскрыли себе вены, чтобы партия их не содержала. И Леонора Маркс, Леонора, жена Лафарга и Лафарг, французский коммунист, они переводили на французский язык «Капитал», а когда они постарели, ничем не могли быть полезны партии, они решили, что они ничем не полезны, то они не должны быть на содержании партии, вскрыли себе вены и умерли. Вот это, но это из области культуры, это не из области того, что они умерли от удара тяжелым предметом по затылку. Так? Скажем, другие люди, как они к этому относились, там Цицерон, у него есть о возрасте, разные у него произведения о том, что в каждом возрасте свое, там, что хорошего, когда ты вот ребенком являешься, что хорошего, когда ты молодой девушкой являешься, что хорошего, когда ты являешься зрелым мужем, и что хорошего, когда ты вот в таком солидном возрасте, и что хорошего в смерти, потому что особенно, когда люди болеют, и они так могут быть замучены, что они это воспринимают как большую радость, смерть как радость. Бывает смерть как радость? Никак они, как в этой культуре это описано, и как в разных народах, и как вот в той культуре, которую вы изучаете, это к этому отношение какое. Но все-таки это, ну, это жизнь каких, и потом вы будете брать, ну, так, как это описано, это не смерть, которую вы там приходите каждый раз в больницу, там, в соответствующее отделение. И вы выясняете, кто от чего умер. А вы, наверное, из культуры будете смотреть, вот, кстати, как это в культуре, кто и какие случаи бывают. Скажем, Александр Матросов, это смерть? Тоже смерть. Он что, не знал, что его это прошьют пулями? Вот смерть может быть героическая, может быть ничтожная. Жизнь может быть ничтожная. Одни умерли, но великие люди, а другие вот все живут и живут, а никому они не нужны. Может так быть? Человек вот короткую жизнь, но яркую прожил, а другой, потому что он умер. Потом от смерти вы никуда же не уйдете. Поэтому, так сказать, смерть – это как момент жизни, означает, что это вы не что-то такое необыкновенное изучаете, а то, что касается всех. Ну так вы должны из этого вывода сделать, из этого исследования, что как нужно жить для того, чтобы, так сказать, в этом смысле, что смерть не означала, что просто вы и так были никому не нужны, и наконец оставили этот мир, что не мешаетесь больше никому. То есть... Смерть, героический поступок. Героический поступок совершает живой человек. И ничтожную жизнь проживает живой человек. А смерть у всех одна? Нет, у смех у всех разная. Это вы культуру не изучаете в Германии. Как это не как у всех одна? У всех разная смерть. Вот у героев смерть. Что такое героизм? Знаете определение героизма? Не знаете определение. Кто такой герой? Герой произведения – это другое. Герой произведения – любой. Любой шалопай может быть героем произведения художественного. А что такое герой? В общественном смысле, вот, героизм, герой, что такое? Не герой произведения художественного, а герой общественный. Это что такое? Человек, движимая идея. Ну, движимая идея. У меня была идея забрать у вас $1000. Да, герой. Это неправильная идея. Неправильное у вас определение. Движимая идея. Какой-то каждый какой-то идеей движимой. Нет.
Идея, она одна. Как это одна? Одна идея? Ну, у вас одна, мировой у меня другая. Мировой план, мировая идея. Почему мировая идея? В мире идеи прям противоположные. В мире идеи. Прям идет борьба классов, и борьба идей идет, соответственно. Вам выгодно одно, мне другое, мы боремся. Я выразил свои интересы, вы выразили свои интересы. Я стою на позициях, что тут новая. Да не важно, на каких вы позициях стоите. Вы стоите на тех позициях, которые выражают чье-то положение. Вот и все. Все позиции идейные, так сказать, они сводятся к тому, что вы выражаете чьё-то... Общую идею, да. Какие? Да, рода это было в первобытно-общинном строе, рода. А сейчас вы не рода уже, а класса выражаете. Пока в классовом обществе. Какого же рода вы? Какого рода выражаете? Клана вы можете выражать, это да. Потому что вот кланы – это остатки рода в современном обществе. Вот кланы. Клановость у вас чувствуется в ваших мыслях. Это вот заметки есть на полях к вашему диплому. А героизм – это героизм этого самопожертвования. Самопожертвование. А самопожертвование ради чего? Просто так, что ли? Что вот все бросился под пояс? Нет. Когда человек заведомо идет, вот только что вот там в этом, эти дурачки, эти самые предприниматели мелкие, лезли в этот адмирал в Казани за своим товаром. Он горит уже все. Все горит. Погибло их столько много, только по одной причине, что они вместо того, чтобы тихо, спокойно наблюдать, как это все горит, или уйти оттуда, они лезли туда спасать свой товар. И все погибли, как дураки. Угу. Именно как дураки последние, потому что сгорели ни за что. Просто так. И так собираются наказывать охранников, которые плохо выполнили свою работу. Они обезумевших, очумевших этих предпринимателей не остановили, которые только как они бросились опять спасать свой товар, уже все горит, все рушится. Все это обрушилось, а нельзя допускать. То есть людей, которые так себя... Ну, может быть, они действительно уже не соображали, что делать. Но они погибли именно как люди, которые мчались, для которых деньги свои, там и товары выше оказались, да их собственная жизнь. Ничего там благого это не было в этой их поступке. А вот в это же время погиб спасатель, тот полковник, который спасал этих вот дурачков. Погиб ради людей других, спасая других людей, потому что это самопожертвование ради общества. Героизм – это самопожертвование ради других людей, ради детей, там, ради будущих поколений и так далее. Вот те же самые люди, которые там, подвиг Гастелло, это что значит? Он горящий самолет направил на вот, там, группу немецких войск, где танки были, и взорвал. Естественно, взорвался самолет, и эти все танки были уничтожены. То есть он, конечно, погиб, но на фронте в пехоте был средний возраст жизни 1 месяц. Вот за этот 1 месяц кто-то стал героем, а кто-то не стал героем. Кто-то шел впереди, а кто-то сзади шел, а все равно погибли. Поэтому смерти разные бывают. И также вот смерть – это итог жизни. Вот вы, так сказать, в конце, как говорится, подводит не там на небесах, а на земле, что человек за всю жизнь ничего, так сказать, ничего не делал, ничего крупного не написал, никак не мог дипломную даже сформулировать свою, и кончил ничем. Поэтому он торопись жить в этом смысле. Вот это вот мысли о смерти. Написание диплома и сделание к самопожертвованию ради общества. Да диплом же это ваше развитие. Вы для чего? Вы же общество заинтересовано в том, чтобы вы были культурным человеком, которого общество продвинули вперед. Если я не пишу диплом, то моя жизнь будет напрасна. А как это вы собираетесь еще интересно продвинуть общество вперед, если вы еще не занимаетесь дипломом? Это вы просто сейчас тратите время зря. Увиливаете от своей миссии, которая у вас. Миссия у вас есть? Миссия у вас есть? Ну, как не диплом? Как не диплом? Диплом – это форма. Это вот то дело, в котором вы сейчас свое общественное, так сказать, предназначение реализуете. Вы сейчас должны, так сказать, сделать то, что вы можете сейчас сделать на уровне диплома. А вы и диплом не пишете. На что я должен обратить ваше внимание. Но нам бить студентов не разрешено. Только можно убеждать. А спорить с нами абсолютно разрешено, и не совсем вы не обязаны принимать то, что я говорю. Меня, знаете, как учили, это тоже одно из культурных завоеваний. Выслушай и сделай по-своему. Очень такая вещь. Особенно это, так сказать, взрослые пожилые люди любят, чтобы их выслушали. А потом хоть не расцветать. Так что все хорошо, не волнуйтесь. Перерыв.